Йоу, с вами Рэмстова, и сегодня мы полезем блогерам, которые лезут в наш рэп. Мы разберем историю конфликта между Лариным и Джараховым, постараемся ответить на вопрос, зачем они вообще батлят, ну и посмотрим, что из этого получилось. Погнали! Формальным поводом для батла между двумя блогерами стал очередной выпад Ларина в одном из видеоответов на комментарии с самой многочисленной части Ютуба. Ты сравниваешь себя с Джараховым? Серьезно? Джарахов с 14 лет занимался рэпом, а ты тут, блядь, выебываешься, записав хуёвый дис. В нем он довольно жестоко проехался по Эльдару. Ну, Джарахов — это даже не рэп. Это шутки зарифмованные, причем предельно тупые. Он обвинил его в примитивности и пошлости шуток, сравнил свои треки с треками Эльдара, а также похвастался тем, что его клип «Коля Хейтер» заценил сам Букер де Фред. Ой, Букер де Фред хвалил. Эльдар отреагировал в стиле настоящего русского рэпера, то есть кинул обидку в Твиттере. А Ларин не был бы собой, если бы не смог высосать из этих двух твитов аналитику на 10 минут. Начнем с оскорбления, то есть это чисто гоп-лексика. Но это все дела последних месяцев. В целом Дмитрий нарывался на конфликт уже очень давно. Начиная с самых ранних выпусков «Ларин против», он зачислил успешную группу и другие проекты Эльдара в список тех, из-за кого русский YouTube выглядит так плохо. Абсолютно не смешное содержание, не смешные тексты, и несмешной образ. Раз за разом в его роликах появлялись тезисы о несостоятельности Джарахова и низком качестве его контента. То есть в этом заключается вся игра, чтобы мужики взрослые сбрили себе волосню на разных частях тела и приклеили одному из них? Сам Эльдар похвалы от Букера никогда не получал. Нахуй Букера! И до событий последних месяцев лишь изредка отвечал на выпады все в том же Твиттере. Лишь однажды в интервью назвал Ларина говорящей головой, за которой не стоит ничего, кроме скандалов. Но кажется, сейчас Эльдару настолько надоел необоснованный хейт в свою сторону, что разбираться он решил на популярном среди блогеров Версусе. Короче, блять, на батлах тебя легко разъебать. Как твою мать, она низкая, как киска, блядь. В своем блоге он отмечает, что лучшим роликом за всю карьеру Ларина была переделанная версия Патимейкера. А сам Эльдар занимался подобным на заре своей YouTube-карьеры. Красный макасин. Макасин. Он уличил Ларина в двуличности, противоречивости и в отсутствии какой-либо оригинальности. Завершающим аккордом стал дисс Эльдара из бара 1703, где он объяснил правила формата, а также попросил Ларина использовать гострайтера. Ведь я Рики Эф, и Эф вот... Блядь, стоп. Чё такое? Мне Гена, походу, не тот текст прислал. Блядь. Как мы видим, это не просто выяснение, кто главный в песочнице. Если в батле Хованского и Ларина решалось, кто из них лучше как блогер, кто сделал больше для стендапа в свои годы и кто у кого больше украл форматов, то с Эльдаром совсем другая история. Я большой русский босс, возьму свой рот большой русский посох. Я, короче, делаю Майами, у меня рот пахнет хуями, ты знаешь, пидор. К батлу на битах совсем другой подход. У одного из участников огромное количество треков и клипов, а в единственную самостоятельную песню Ларина пришлось добавить субтитры, чтобы зрители смогли разобрать его непонятный флоу. Тварь ничейная, как ранний еврей, стал переть чужам матерей. На этот раз блогер выясняет, кто из них сильнее в музыкальном плане. Возможно, сам Ларин понимает свою проигрышную позицию, но хайп есть хайп, что для блогеров, что для рэперов. Будет на что вздрачнуть. Ивангай, Поперечный, Руслан Усачев, Соболев и другие все топовые блогеры собрались в день батла среди зрителей, чтобы захватывать рэп. Я поговорила с некоторыми из них и узнала их ожидания, как сами блогеры видят и оценивают батл других блогеров. Как ты думаешь, сколько сегодня будет панчей про картавость и про низкий рост? Мне кажется, очень зашкаливающее количество, вот, поэтому... Причем собственно... не от участников. Да, причем из зала больше, наверное, будет. Блогеры планируют захватить Версус? Было бы прикольно, если бы они это качественно сделали, а не шепеляво-картавым путем. Рифмы и панчи. Я бы побатлил из рэперов или блогеров. С Эльдаром Джараховым для меня была бы честь. Вот как выйдет Версус, вы все поймете, почему с Эльдаром стоит батлиться, потому что он покажет сегодня. Я знаю, что у него будет... Хорошо, второй вариант записываем. Да, да, с давай. Дмитрием Лариным, вот как показал Версус сегодня, это человек, с которым раздает планку, и с ним стоит батлиться. Каково тебе, что вот все эти рэперы лезут к нам в блогинг? YouTube, он как бы резиновый, все влезут. Чем больше... Да, я влезла тоже. Куда ты лезешь, блядь? Я рэпом увлекаюсь и Версус смотрю. Как ты думаешь, Ларину пустят субтитры? Ты тут...
Мне нравится все, что происходит сейчас вокруг, чуваки. Ты можешь придумать панч про Ларина или Джарахов? Джарахов Карлан, Ларин псевдоинтеллектуал. С кем бы ты побатлил из рэперов? С Дёрти Манком, наверное. Знаешь, что будет круто? Я не знаю, может, что-то кто-то говорил, но было бы круто, если бы Дима вышел и идеально произносил всегда букву «Р». Народу было много, даже очень, но блогеры заняли не все пространство. Нашлось место для постоянных посетителей «Версуса». Букер, Лемка, Рики и другие. С некоторыми из них я также пообщалась и узнала прогнозы на батл. Как ты думаешь, сколько сегодня будет панчей про низкий рост и картавость? Два. Я писал. А, ты писал. Ты гастрайтил кому-то из них? Я всем гастрайтил. Много очень панчей будет. Конечно, это будет банальщина, вонючая. Рифмы и панчи. Рифмы и панчи про низкий рост. И дурацкие шутки. Мы дружим с блогерами и любим блогеров. Блогеры, добро пожаловать. Ну серьезно, он там бегает, текст прячет, что-то по Питеру. Ну, конечно же, Ларин победит. Думаю, тот, кто будет побеждать. У него была своя тактика, он ее придерживался. То есть, как бы... Мал да удал. А знаете другую поговорку, знаете? Мах да удал. Если вы еще не успели посмотреть батл, советую вам сделать это прямо сейчас. Тем более, что идет он далеко не час, как большинство топовых выступлений. Но зрелищ и впечатлений намного больше, чем при просмотре третьего сезона Фрешблада. У тебя было хуево? Ты просто пизда. Бля, даже я настолько плохо своих текстов не знаю. Да, серьезного идеологического конфликта между Ларином и Джараховым не было. Это все тот же любимый народом формат батлов, где участники поливают друг друга говном, соревнуясь с красочностью панчей. Йоу, ты пидор. Хотя какие панчи могут быть у блогеров? Набери хотя бы 1000 подписчиков в группе, братан. Джарахову удалось сделать красиво. Он хорошо написал, хорошо подал, попал в бит и уложился в тайминг. Умножив это на свою группу поддержки, которая состояла из 2/3 зрительного зала, пару раз удачно пошутил, тем самым показав очень хорошее выступление. Может быть и не показательное, но не стоит забывать, что Джарахов, сколько бы батлов он ни судил, все же остается больше блогером, нежели рэпером. Сам я не могу, не умею писать тексты, никогда не писал, что, о чем речь. Вопросы гострайтинга, кстати, мы опустим и не будем заниматься теорией заговора, чего и вам советуем. Нахуй, просто уйди от меня, блядь. А что Ларин? Ларин – генератор слоганов и хэштегов на месяцы вперед. Что с тобой не так, мразь? Так же получилось и в этот раз. 15-й год, дайте воды, хей-хоп, релоуд и еще раз. 15-й год! Можно релоуд, пожалуйста? Первые 20 минут никто ничего не понимает. Мы организовали здесь свой митинг против коррупции. Потом просто начинают танцевать, махать руками, изнывая от жажды. Воды можно? Дайте воды. Не так часто в рамках уличной культуры организаторы умеют так хорошо нагнать интриги. После пары небыстрых батлов заставить огромную по меркам версуса толпу ждать ключевого выступления целый час. Сань, здорово. Мне надо... Стой, куда ты, 50 Cent, собрался, блядь? Что мы увидели в итоге? Не самый яркий показательный батл, тем более, учитывая тот хайп, который нагонялся. Хайпим! Однако батл все же хороший, батл блогеров хороший. Что еще нужно? Чего ж тебе еще надо, собака? Или вы ждали появления нового Оксимирона? И большая часть зрителей разделяет нашу точку зрения. Очень сильные соперники, достойные друг друга. Это действительно батл титанов. Если какой-нибудь загнивший тупорылый рэпер после этого осмелится вякнуть что-то про блогеров, которые лезут в рэп, сосите хуй, вот уровень. Вам до этого, блять, вы никогда не осмелитесь такое сделать. Я это батлом даже назвать не могу. Ларин охуенный. Это, блять, супер батл рэп. Он показал грайм, он показал флоу, он показал рифмы. В принципе, личность Димы в каком-то плане импонирует. Поэтому, конечно, это было не круто с его стороны. Он не попадал в биты, да, выбивался из регламента в минуту. Но в любом случае, на мой взгляд, там вот был такой момент, когда это было настолько плохо, что уже начало нравиться. Хотел бы ты быть на месте Джарахова сегодня на батле? Я уже, честно говоря, не уверен. Ну, то есть, типа, перед батлом у меня есть спортивный интерес вообще, в принципе, к Versus-площадке. Я как, артист в прошлом до видеоблогинга занимался именно выступлениями на сцене. Мне это просто очень сильно привлекает. И формат мне нравится, и рэп-культура мне нравится российская. Но... Я даже не знаю, хорошо ли это сейчас или плохо быть на месте, Джарахова, потому что, с одной стороны,
это победа, а с другой стороны, это как бы, ну, хуй пойми, что, если честно, было. То есть, 15-й год, это важно, это мы, ну, уяснили. Не уяснили только, что в нем важного. Жалко, нам не рассказали за 11 минут, что важного было в 15-м году. Я же говорил, что Ильдар выиграет. Ну, Ильдар красавчик, это понятно, как бы у него не маленький скиллзы в рэпе, я бы сказал. Я вспомнил 15-й год, было очень круто. Я тогда универ заканчивал, вот, диплом писал, класс, спасибо. Ну, в общем, я считаю, что Дмитрий Ларин, конечно же, одержал победу, потому что вы посчитали, сколько у него релоудов было? 150, а у Эльдара 2, и то из-за того, что он охуенно зачитал, а не из-за того, что он просто сам решил, что релоуд. А Дима сам решает, он говорит, сейчас релоуд. Если смотрят как зрители и не знают, что релоуды это охуенно, чем у тебя больше релоудов, тем ты пища, Ларин самый лучший рэпер, блять. Типа, столько релоудов не было ни у кого. Можешь ли ты придумать панч про кого-нибудь из учеников? Нет, 15-16 год. Я очень сам себя разочаровал, если говорить обо мне, потому что, типа, ну я могу, бля, я лучше репетировал. Если бы тебя заставили побатлить с рэпером, с кем бы ты побатлил? С Хованским. С Рикев. Ну, типа, прикольно было бы. Ну, то есть, он пишет текст себе, мне, и крутые флипы были бы. Я бы забатлил с Noize MC. Я бы забатлил с Бастой, но по-дружески, потому что я его бесконечно уважаю вообще. Я бы забатлил, ну, с Афоней, хоть он и не рэпер, да. Ну, с Афоней есть подсогласиться. Все хотят с Афоней забатлить. Я чё, он рэпер, что ли, сходу? Они что, рэперы? Я не буду заниматься детальным декодингом и определять победителя. Оставим это вам, комментаторам, и Ларину для его стримов. Я победил, как? Нам остается только пересматривать батл и гадать, за сколько часов он соберет свой первый лям. Спасибо за просмотр. В комментарии пиши, кто, на твой взгляд, победил. Если ты по какой-то причине не подписан на наши социальные сети, обязательно прямо сейчас подписывайся на все и на канал в том числе. Этому видео ставь лайк и иди смотреть другие видео на нашем канале. До встречи!